Внимание! Направо. Смирно. Сегодня ваш первый рабочий день. Ваш первый урок здесь является очень важным. А сейчас все повторяют за мной. Небольшой шаг в поддержании закона ведет к большому шагу в гармонии в Китае. Небольшой шаг в поддержании закона ведет к большому шагу в гармонии в Китае. Небольшой шаг в поддержании закона ведет к большому шагу в Китае. Молодой человек, многообещающе. Внимание! Вы только посмотрите, посмотрите! Кроссовки по 100 юаней! Распродажа баскетбольной обуви. Привет, посмотри. Все сюда, подходите. Спортивная распродажа. Пара всего за 100 юаней. Смотрите, пожалуйста, классные. И такие качественные. Капитан, на эстакаде что-то происходит, сюда. Распродажа обуви. Прошу прощения, извините. Прошу меня простить. Извините, но вы нарушаете административную статью. Здесь запрещено ставить киоски. А вы видите здесь киоск? Зачем здесь столько обуви? У меня много обуви. Сегодня солнечно, я вынес ее на улицу. Это все ваша обувь? И женская обувь тоже? Не убирайте это. Не имеете права. Да ну! Не перегибайте палку. Вы должны сотрудничать. Да кто вы такой? Мешаете работе полиции? Ударьте меня, и я подам на вас в суд за применение силы. Капитан, на эстакаде беспорядки. Вы не можете их забрать. Ничего себе, там драка. Смотрите, разойдитесь, разойдитесь. Прошу прощения. Офицер меня бьет! Он избил меня! Это снова ты. Перестань валять дурака, вставай! Капитан, какое совпадение! Хватит смотреть, зачем это? Пошли отсюда! Нет, нет, нет! Давайте, расходитесь! Разойтись! Нам сказали расходиться, давай, хватит смотреть! Ох уж эти полицейские! Капитан, мне нужно отойти! Дядя! Дядя! Ты сегодня ужинаешь дома? Я рано заканчиваю, давай приготовлю. Странно, его лицо знакомо. Он твой парень? Спасибо, капитан. Конг Хао, иди сюда. Капитан зовет, мне пора. Позвоню позже. Пока. Что такое, капитан? Ты что, назначаешь девушке свидание, да? Что? Это не моя девушка. Ну тогда прекрасно. Да, конечно. Ладно, увидимся. Я сегодня вечером занята, не звони мне. Thank you.